Всем привет! С вами Ольга и вы на канале Best Рукоделия. Сегодня будем делать нереально красивые бантики. Так как уже середина лета, предлагаю сделать их в школьном варианте. То есть использовать я буду темно-синий и белые цвета. Из двух отрезков по 18 сантиметров шьем простой бант. Вы заметили, как ровно и без заломов легла лента в этом простом бантике? Все потому, что лента это премиум качество, а приобретала я ее, как и многое другое, в интернет-магазине «Больше подарков». Это интернет-магазин с огромным ассортиментом товаров для рукоделия, который дарит каждому моему зрителю скидку 500 рублей при заказе до 15 сентября. Подробнее об этом чуть позже, а пока давайте рассмотрим мои покупочки. Как вы уже заметили, репсовые ленты – моя слабость, и взяла я их много и разных. А из лент с пайетками всегда получаются шикарные бантики. Кстати, если нужен МК на эту милоту, пишите в комментариях. Кожзам в магазине на любой вкус и кошелек. Крупные блестки и соты давно в моих фаворитах. А вот кожзам битое стекло и конфетти заказала первый раз и очень довольна. Ободочки с блестками – это шикарные новиночки, которые подойдут даже для самых маленьких модниц. А в сочетании с шифоновыми бабочками этот аксессуар разбирают на ура. Слову сказать, бабочки в магазине тоже имеются, различных форм, цветов и размеров. А вот как они выглядят в готовом изделии. Резиночек всегда покупаю много, особенно мне нравятся белые премиум качества, ведь именно от фурнитуры зависит, как долго прослужит наше изделие. Согласны? Пишите свое мнение в комментариях. А сейчас внимание! Для того, чтобы получить скидку 500 рублей, в комментарии к заказу напишите «Best». Обратите внимание, заказ должен быть на минимальную сумму, то есть 10 тысяч российских рублей. Скидкой можно воспользоваться единожды. Ссылку на магазин оставлю для вас в описании. Продолжим мастер-класс, и далее в работе нам понадобится декоративный кожзам и шаблон 6 на 8 сантиметров. Шаблон обводим, вырезаем и обрабатываем край огнем. Получившуюся заготовку приклеиваю на фетр с помощью клея титан. Кружево берем шириной 4 сантиметра, длина отрезка 35 сантиметров, собираем на нить, стягиваем и закрепляем. Ленту с пайетками советую нарезать на терморезке, тогда край будет ровный и запечатанный. Из отрезков по 8,5 сантиметров шьем камелию.
Все детали готовы, и с помощью горячего клея собираем наш бантик.